Присядь здесь. Ты узнал, кто это сделал? Это были Сулиони, не получили урок? Нет, мы с ними покончили, я узнаю. Я с них спрошу. Сначала мы отправим тебя в безопасное место на ночь. Поехали. Эта работа удручает. Пошли машину к дому. Пусть охраняют дом. Проверь остальные наши места. Понял? Господин Хасан, господину Джингизу нужна комната на эту ночь. Наш бизнес не похож на прогулку на катере. Вы уже привыкли. Это нормально на этом пути. Я звонил Хасану. Он приготовил номер в отеле. Нет, я знаю место получше. Там нас никто не найдет. Идем. Мы еще не закончили. Покончим с этим. Вы, наверное, не часто попадаете под пули. Испугались? Камиль, отвези Шабнем домой. Пусть это остается у меня. Закончишь раньше времени. Наш человек. Проверьте, все ли на месте. Я с вас спрошу. Алибей. Да, так ты можешь долго прожить. Если, конечно, я не придушу тебя. Алибей, у нас много дел. Говори быстрее. Я проследил за Ишанханым. И? Она зашла в одно место. Не мямли, у меня уйма дел. Говори по существу. Она встречалась с одним человеком. Ответь мне. Ты видел человека на снимке? Слышал его? Ты его знаешь? Кто это? Присматривай тут за всем. Куда? Сначала дай адрес. Ишан, моя бабочка, ты пришла, моя маленькая. Я тоже очень скучал по тебе, отец. Братец, а ты не изменился, все такой же молодой, как всегда. Ишан сказала, что я здесь, да? Это она проболталась? Не надо. Не надо, умоляю тебя. Не надо. Я не стою того, чтобы убивать меня. Я конченый человек. Что тебе даст моя смерть? Скажу, когда убью. Не надо. Не становись убийцей. Не становись убийцей из-за меня. Об этом надо было думать раньше. Ты сделал меня убийцей. Не надо. Я умоляю тебя. Почему нет? Чтобы ты шантажировал нас? Чтобы ты еще раз испачкал жизнь невинной девушки? Да? Ты говоришь об Ишан, но она... Какая Ишан? Она сама о себе позаботится. Я говорю о Бахар. О Бахар! Бахар? Что ты ей скажешь? Что ты скажешь, Бахар? Скажешь, что ты убил ее отца? Нет, не поступай так с Бахар, Али. Забудь о нас. Подумай о ней. Я больше не вернусь. Клянусь, я исчезну. Не оставляй больше никого сиротой, Али. Али.